Она, да, она... Привет. Алло. Ты там что-то оформляешь, да, Вадик? Нет, да нет, я же по дереву, с деревом работаю, всякие делаю штуки деревянные. Я паркетом занимаюсь, как бы вообще. Паркетом? Ну да, я же с детства паркетчик. Я как-то не знал. Не знал? Нет. Кони мне. Папа принудил. Отец, просто не знаю. Брал. Ну, мужчина должен уметь, да, все делать руками. Uh-huh. Вот, поэтому мне это пытались детство все время со мной это сделать. Uh-huh. Вот. Ну и сделали. Поэтому деньги зарабатывали уже все время. Не проснулся. Еще и по дереву пересекались. Коля же делала эти... Так, не, ну, как они забыли? Гипнозы. Гипнозы. Ну да, не, ну колёк украшения делала. Я, видишь, такие у меня более... Но все равно же дерево. Более массивно, да. Ну, для меня это просто ремесло. Я